Всем привет! Продолжаем бродить по залам главного штаба в Санкт-Петербурге. Девочка в поле. Людвиг Клаус. 1857 год. Холст масла. Размер 50 на 59. Год поступления 1918. Людвиг Клаус – самый значительный живописец-жанрист в Германии. Один из лучших представителей новой дюссельдорфской школы. Главным образом писал жанровые картины, тонко передавая местные бытовые особенности, типы и характеры крестьян различных областей Германии. Эта картина была написана в Бужевале, недалеко от Парижа. Художник наращивает здесь массу зелени за счет неба, подчеркивает малость девочки через взгляд на нее и на поле немного сверху, как обыгрывает ее одинокость в этом буйном пространстве и искреннюю непосредственность позы, сочетает зеленью красный цвет клубного убора. В красной шапочке своей она похожа на цветы, что растут среди травы и соперничают с ней. Солнцем ласковым согреты, беззаботно веселы, расцветают летом дети, как цветы среди травы. Очень красивая картина. Как сказал мне продавец в магазине репродукции, ее здесь называют «Красная шапочка». Вот, пожалуй, все вкратце о работе Людвига Клауса «Девочка в поле», написано в 1857 году. Текст я взял из интернета. Пока-пока, до свидания.